Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен свадьбе экс-участницы телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой. Она стала женой богатого наследника и начинающего артиста Кирилла Андреева. 2 года назад он сделал предложение своей возлюбленной, и с тех пор поклонники ждали, когда же состоится бракосочетание. Однако Нелли и Кирилл не торопились отправляться в ЗАГС. И вот спустя 4 года знакомства они все-таки решили зарегистрировать свои отношения. Накануне мероприятия Нелли опубликовала в своем микроблоге фотографию из отеля в белом халате и с чашечкой кофе. «Утро невесты», – написала Нелли. «Не могу передать, какое оно. Очень необычное ощущение и мандраж дикий». Церемония бракосочетания состоялась в ресторане на берегу Москвы-реки. Зал был оформлен довольно необычно в розово-черных цветах. На веранде гостей встречали белоснежные кролики, размещенные в манеже. Гости разбирали животных и фотографировались с ними. Кольца для молодых были сделаны по индивидуальному заказу. Их поверхность украсили инициалы новобрачных. Одними из первых на мероприятии появились певица Корнелия Манго с женихом. Она написала такое пожелание молодым: «Счастья, любви, чтобы было много детей, таких же веселых и позитивных». Также среди гостей были и бывшие участники телепроекта «Дом-2» – Алена Водонаева, Даша и Сергей Пынзарь, Ольга и Илья Гожиенко, Элина Камирен, Влад Кадони и Мария Адоевцева. Платье невесты было необычным. Белоснежный наряд с шикарным длинным шлейфом превратил Ермолаеву в настоящую принцессу. Распущенные волосы невесты были прикрыты фатой. Кирилл был одет в костюм бирюзового цвета. Шлейф платья Нелли также украшали бирюзовые цветы. В руках невеста держала букет розовых пионов. Регистрация брака была выездной, она не обошлась без сюрпризов. Сначала молодые обменялись кольцами и клятвами верности. А затем девушка, которая регистрировала брак, начала петь, и Андреев поднял свою жену на руки. Завершилась официальная часть поцелуем жениха и невесты и возгласом гостей: «И мы счастливы!». Нелли и Кирилла поздравили многочисленные знаменитости. Правда, некоторые из них приехать не смогли, а прислали свои теплые пожелания. Также показали видео Николая Баскова. Он сказал с экрана: «Вы потрясающие, красивые молодые ребята. Два сердца теперь бьются, как одно». А потом Басков внезапно сам появился на празднике. Он преподнес Нелли букет белых роз, а затем исполнил несколько своих хитов. Яна Рудковская пригласила детей из своей академии. Они показали всем гостям очень трогательное выступление. Стас Костюшкин подарил Нелли и Кириллу новую песню, которую он исполнил вместе с новобрачной. Нелли несколько раз за вечер сменила наряды. Во время танца молодоженов она предстала в коротком светлом платьице. Танец получился очень страстным и горячим и вызвал у зрителей восторг. Ну а завершился вечер коллективной фотосессией и красочным фейерверком. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылки смотрите в описании к видео. Всего вам доброго!